have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами... О, а вот этого я не видел в прошлый раз, кстати. А почему? Потому что серию мы уже заканчивали. Я серьезно сейчас абсолютно случайно на это наткнулся. Офигеть, сколько тут патронов. На все. Крутяк. Сохраняемся. И делаем вот так. Видимо, потому что я нашел патроны, ко мне прибежал еще один моб. Так, ингрэмы у нас полные, поэтому мы их и будем использовать. А куда нам дальше? А, ну да, мы пришли сюда, зашли. Тут были дебилы. Ну, значит, нам сюда теперь. Как бы... Это не работает. Ого! Крысы и масляные разводы, или что там было написано? Ой, блин, это беготня по складам. Да не-не-не-не-не-не-не-не, чувак, не буду я стоять. Прекрати. Вот для таких ситуаций нужен дигл. Хорошо. Сохраняшечка. Оу. Блин, вот это был полезный ящик. Было бы печалька, если бы я его пропустил. Вот теперь сохраняшечка, потому что я потом про него могу банально забыть. Патроны. Патроны у меня везде идут по максимуму, да, я так понимаю. Так, хорошо. Нам туда. Откуда? Ой, дебил. Так, будем убивать их, пробовать убивать издалека. Я по нему не попадаю так или попадаю? О, попадаю. Так. Тут мне дают грены. Я не сохранился? Конечно нет, зачем? О, убил. И этого убил. Серьезно, то есть играя в такую игру, я не сохраняюсь. Ну, это просто гениально. Я, видимо, подзабыл, как в прошлый раз тут впаривали и втюхивали все, что только можно. Ну, кидай. Когда вы такими крепкими успели стать? Вот Desert Eagle. А, тут за куточки ничего нету. Ничего вроде. Ё-пересете. Так, у нас тут патронов для ингрэма еще не завалялось нигде.
Конечно, завалялась. Почему бы нет? Так, хорошо. Сохраняемся. И чешем дальше. Ой, а сюда я не могу залезть. А, я сюда не могу залезть. Так, беретту подобрали. Ой, тут есть стеллажик со всякой ерунденью. Это хорошо. Стеллажики — это всегда приятно. А куда? А, нам дальше наверх. Кто? Откуда? Почему? Ты что делаешь? Ты совсем дурак. О, у меня есть снайперка, кстати. Вот так бы я выглядел, если что, с одной беретой. Мне куда вообще? Мне сюда, мне туда. Зачем? А, тут есть дверь. Дверь на крыше. Я промолчу. Ты издеваешься. Ты просто надо мной издеваешься. Я тебя понял, чувак. Ух. Тут мне прям намекают, говорят, чувак, возьми снайперскую винтовку. Сохранись. Так, а чтобы нажать? Как мне нажать на это? А, мне не надо на это нажимать. Где они выбегут? Мне нужно будет ездить на этой фиговине, да? Так, ну допустим. Вау. Снял. Хорошо. Так себе из тебя охранник, если что. Давайте я съезжу за припасами к нему. Припасы на винтовочку. А зачем я еду, если... А, тут есть еще и обезболивающее. Тогда понятно. Ха-ха! Съездил. Я их убиваю? Убиваю. А, вон еще стреляет. Фи, это просто звездец какой-то, серьезно. Еще кто стреляет? Хорошо, хоть винтовка ваншотает этих олухов. Я поеду дальше, возьму у этого тоже еще патроны, аптечку, потому что, ну, блин, мне кажется, эта же аптечка сейчас еще и поплачусь. Это будет эпично. У него две аптечки. Я могу их задавить?
Наверное, не могу. Хотя, черт его знает, на самом деле. Так. Этого дебила я не вижу. Минус. Я к нему тоже съезжу сейчас. По катушке тут, блин. Давайте вы из двери не будете выскакивать на меня, пожалуйста. Ох ты ж, ёж. Это просто, просто звездец. Ну как так? Без слоумо, кстати. Ну на секундочку, короче, это, они такие трик-тик-тик-тик-тик-тик, и все, и покромсали. Идите. О, кстати, а, это оттуда я приехал. Что-то я, кстати, что это такое, что это такое. Я знаю, что это такое. Так, ну давайте я потрачу еще винтовку тогда на этих оленей. Вон они. Так, по идее, тут они мне не достают. Я его в ногу убил, в пятку, в коленку. Блин, у меня осталось чертовски мало патронов на эту пушку. Ну хорошо, сохраняемся. Естественно. Тут 100-500 человек, которые меня ждут. А сдохнуть ты, например, не хочешь? Откуда? Откуда? Что происходит? Меня сейчас любой дробаш ваншотнуть может. Сохраняемся. Где? Иди сюда. Фух. Давайте, наверное, вот так, что ли, пока что. Что за бред? А мне туда, не туда. Ради аптечки это того стоило. А, кстати, смотрите. Я не помню, показывал я это в предыдущих сериях или нет, но это прикольно. Так, мне вроде туда наверх, да? Или что происходит? А как я сюда попаду? Блин, я хочу сюда попасть. Черт побери. Этот олень мне пересрал две аптечки последних. Ну, как бы... Да, это я подставился. Вот так я сюда попаду. Там есть какая-то дверь. Или что здесь происходит? Стоп, мне в принципе туда надо? Ты серьезно? Ты просто упал, вот. А, это вот этот электронный щиток, что ли? Корабль Дайма. О, наконец-то.
Дайм. Вот это! Вот это круто! Я просто упал и сдох. Какой высоты. Все? Все желающие выбежали? То есть на все это мне дается одна аптечка. Ну, ребят. Да, обязательно ногой, главный герой, да. Корпус грузового парохода. Борис Дайм явно был на борту. Мне предстояло убрать половину всей команды, чтобы хотя бы подойти к нему. Оружие явно было в трюме, среди крыс и воды с масляными разводами. Да, крысы и вода с масляными разводами. Значит, я правильно все услышал, увидел. Главное, что он попадает по мне, да, ребятки? Черт. Тут аптечки будут? Так. О, аптечки. Пофиг. Так, телефон, да. Где он? Молодец. Так. Анжи, слушай, а сколько ты заплатил Дайму, а? Держу пари, что больше 10 центов. Макс Пейн? Угадал, а кто? Это да. Ты уверен, что ты меня с Даймом не перепутал? Но ты прав, мы скоро встретимся и поболтаем. Ты... Избавиться от Пунчинелло было непросто, но когда люди выходят из себя, они начинают совершать ошибки. И к этому хотел подвести Пунчинелло, чтобы тот сам нашел себе могилу. Да. Так. Красиво, да? Чёртов терминатор. Столько пережить. Вас там двое. Че я тогда себе мозги делаю? Нафиг вас. Экономлю что-то.
О! Ты кто такой вообще? Двойной Инграм, да? Так. Смена планов. Я не буду тратить на вас грены. Так, а тут ничего, да. Так, это сам Вася. Ай-яй-яй. Ну, вы идете, нет? Блин, у меня половина хпшки. Ай, вот это была моя ошибка. Когда он... Опа, я его убил. Неужели? Я думал, что мне уже кирдык. Он опять близко подобрался. Я даже сохранюсь, но его нафиг. Это был босс. Да! Прикинь, босса я убиваю, а какие-то олени потом берут и вот такое вот вытворяют. Так, F5, а теперь сохрани. Ты умеешь себя вести. Пусть любой, кто думает иначе, плюнет мне в лицо. Это Владимир. Можешь забрать любое оружие и броню, какие хочешь. Встречаемся на мосту. Кольт Командос? Чё за пушка? Оу! Это... Desert Eagle Fallen. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кольт команда заполнен на максимум. Фух. Вот такая серия у нас пока что получается, ребятушки. Мы убили Дайма, захватили корабль, выполнили уговор с Владимиром. Теперь нам нужно до него добраться, и он укажет нам дальнейший путь. Все, ребятушки, на этом все. Вот вам даже сохраняшка. Будем выбираться с корабля, будем идти дальше в следующей серии. Пока что на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем добра, всем бобра. Ну и всем оладушек. Всем покеда.